Здорово, блин. Вот какое сокровище. Это Евангелие привезли сегодня. 28 ноября. 500 штук, 118 килограмм. Ничего себе. 100 штук, да? 500 штук. 500. Вот это да. Ну вот тут как раз про Евангелие у нас и написано. Давай, находи куда. Ты все выгрызл? Да, вот, сейчас показать. О, ну-ка первую страницу покажи, там все благословение на ней. Вторая. Не сектантские ли? Вторая страница, не сектантские или какие-нибудь, переделанные. Ну-ка давай посмотрим. О, это наше Евангелие. Никто не тронет. Это патриарх Кирилл благословил. Ну давайте. Помоги ему, Господи. Святой Евангелие. Где оно? Что-то у меня тут это. Почему-то не написано, что синодальный перевод. А не знаю, да, но. Ну раз патриарх, он что тут благословлял-то? Ну, понятно. Яговистки, что ли? Благодарю. Давай. Ребята, есть машина? О-о-о. Кто-то брать у вас будет или это не лишнее будет? Да нет. Угу. Тут еще было сколько? Да у нас тут, наверное, было-то чуть меньше. Туда в угол поставь, то закрой. Так, мне, Игнат Тихонович, трехтомник продайте, трехтомник сейчас. Ну можете? Давай, открывай двери. Руки. А скоро кончится трехтомник. Только сегодня 4 отправили экземпляры. 12 книг. Давайте я возьму. А? Трехтомник ему дайте. Давай. 3000, да? 3000. 3000. Это трехтомник. По 1000. Полное толкование, да. По 1000 за каждый. Это Станислав Юрьевич Зеленский заказал. А? Заказал Станислав Юрьевич Зеленский. А кто это такой? А это вот Ваню Дробота, он это. Да, там училище. Да? У Вани Дробота, училище там, где? Нет, он его попечитель. А как так, попечитель? Это, так мы же попечители. Ну и он тоже. Да кого кто такой? Жертвовательск. Он жертвует. Ну ладно. Я был тут сегодня уже, молился. Зачем-то свет включен. Сань вот сюда вот. Подожди-ка, ты нет, у тебя это выйдет тогда вот туда. Молодец, Сань. Видно будет, нет? Подкроем, посмотрим. Где там кто? А? Кошечки, кошечки, нету кошечки. Где они? Кисы, 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 кисы. И вон она, вон она. Вон она. Видать? Вон. Да, глаза он. Да, вон она. Сейчас вот она. Это самая смелая. Самая смелая. Пошла, ну ладно. Ловят, главное, да? Хорошенькие все. Да кто их знает. Так. А вот и одеты. Они же нам отсчет не дают. Ловят так, меня, пакет сейчас я за пакетом схожу. Только знаете, он просил, у него трехтомник, и там листы одни были не пропечатанные, в белые листы. Такого не встречал ни разу. Вот, а ему попался такой. Ну не так знаю, что... какой том? Ну три надо. Какой том попался не пропечатанный? Он мне пока еще не сообщил. Пусть вернет, и тогда мы найдем и заменим. Давайте я. А он брал где? Не знаю сейчас. Надо узнать, где брал. А то переиздают наши книги, я уже сколько раз слышал. Да. И меня даже не удивляют. Но я везде пишу, что можете брать. Ну вот, видишь, я пролистываю. Здесь. Ну-ка. Все нормально. Все нормально. Под цвет российского флага закладочки. Ну-ка. 240 иллюстраций цветных. Ох, вообще. Это мы раскрасили. Нет, нет, не найдешь. Это я не знаю, кто. Как это могло быть так? Ну вот, теперь вот. Вот пророки. Ну какая картинка. И все подписано, что Бексовый Египет. Вот она как выглядит.
Так, все, спаси Христос. 752 страницы, посмотри. Слава Христу. Впервые за 2000 лет, впервые вышел так в одном, полное толкование с откровением. Этого никогда не было. Ни в западной, ни в восточной церкви. Все, благословляйте, я поехал. Да. С Богом, брат. Спаси Христос тебе. Слава Христу. Давай, иди за ним, я тут закрою. Машину обойди. Дрессировочный отец. Надписи. Ему это реклама. Я зайду потом. Я вам за рекламу тут одолжал уже сколько? За какую рекламу? Ну вот, вы понимаете, эту рекламу. Ну, сходи, вот, поговори. Да ладно тебе. Вон дерево какое стоит, смотри. Какое, вот это? Ну, конечно. Там где ровно какая, там дрова-то, дров-то сколько? Нет, я его не пилить не буду. Почему? Это напротив дома стоит. Может, им... Никак, он туда только падает. Он наклонен, а там ни проводов, ничего нет. Я не знаю, Игнатий Николаевич, может, он им нужно же, я же не знаю. Вот спросим, разрешат, тогда мы уберем его. Ну. Так, такие дрова выпускать. А их у нас дров хватает. Что их брать-то еще? Давай, давай. Дешевка собак, телефон. Да я заснял уже. Ну, все, пошли.